Видя тренировка, я Долина уже катается 2 недели. Предстоит перед нами огромный путь. Я считаю, длинным он должен быть, потому что это Олимпиада через год. Если дальше жить, можно еще покататься. В силу того, что Долина выиграла очень рано Олимпийские игры, она очень молодая. Я по себе знаю, что и 3-4 года можно кататься, и 30 можно, я имею в виду 30 кататься. Поэтому я бы пожелал ей пройти еще не одну Олимпиаду. Это будет безумно сложно, но Аделина сама готова. Готова пахать, готова тренироваться. Я готов пройти вместе с ней. Для меня будет большая честь тренировать любую чемпиона. Работа идет, остались буквально рабочие моменты именно перехода от тренера к тренеру. Еще раз говорю, Аделина на сегодняшний день пашет. Я вижу у нее эту злость спортивную, я вижу азарт. И увидимся на соревнованиях. Ей нужно набирать очки, потому что она год не выступала, не каталась, и рейтинга никакого нет, поэтому выбирать с ней соревнования, на которые нам придется ехать. И начнем с первых разминок. Так, в общем-то, я в свое время катался 8 утра, соревновал 10 утра. Выбирать, ничего страшного. Это ее выбор, я не переманивал, не забирал предыдущего тренера. Я же на эту тему несколько раз говорил. Это выбор Аделины. Еще раз говорю, идем с ней. У меня есть вера в нее, как в свое время меня верил мой тренер Алексей Николаевич Мишин, иди ты. Попытаться добиться результата. Еще раз говорю, мы идем не на один год, мы идем на несколько лет. Надеюсь, что справится и здоровье, и все ей позволит. Она готова, она работает. Это сентябрь месяц. Сейчас предсезонка, мы уже начали, еще раз говорю. Мы вызвали хореографа из Канады, Эммануэль Цезарь. Буквально по залу. Расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Это главный зал, где тренируются. Да, мы находимся непосредственно на катке, где звезда, чуть ниже. Уются медали, где приходится падать, где приходится. Ничего, нормально, все хорошо. Добиваться сложных элементов. Вот, это лед. Да, он немножко сегодня украшен, не как тренировочный, а больше торжественный, потому что сегодня открытие, мы ожидаем очень много гостей. Сегодня пройдет небольшое выступление, шоу-программа, буквально на полчасика, где я выступлю. Вот, где выступят две спортсменки, которые также катаются в моей школе. Так что это непосредственно, где мы работаем. Я вам рекомендую сходить еще в зал. Пойдем.